Здравствуйте, уважаемые зрители! В данном видео хочу вам показать, какой нужно крафтить шмот без доната для скорости постройки зданий. Заходим в нашу кузницу, ковка. Далее смотрим. Первая рука у нас идет. Молот разложения. Ну, данный молот он крафтится за донатные шмотки. Либо можно выбить их с прогнившего дракона, но это очень-очень-очень сложно. Будете слишком долго ее крафтить до золотого. Также есть холодный молот, который только за донат. И огненный крушитель. Довольно-таки легкий и быстро можно скрафтить. Ингредиенты на данное снаряжение добывается в горах. Это у нас идет серебро и крафт, который можно добыть в горах. Следующий идет шлем у нас. Шлем также идет у нас с 10 уровня, можно одеть шлем королевской гвардии, который также крафтится из кварца, который добывается в горах. Итак, ботинки. Ботинки у нас двое штук, которые крафтятся. Один из которых добывается с гор. Добавляется ускорение стройки 5%. И также есть ботинки, ледяные ботинки. Ускорение стройки на 12%. Он крафтится из шмота, из деталей, которые выпадают с ледяного паука. Вторая рука у нас будет костолом. Его можно уже сразу же с первого уровня одевать. Добавляет 5%. Также ингредиенты добываются в горах. Так, с броней у нас проблематично, так как оба шмота крафтятся чисто только за донатные шмотки. Это глаза ледяного жука. У ледяного паука они выпадают очень-очень редко. Даже практически не выпадают. И кобальтовый гель. Кобальтовый гель только выпадает с единственных заданий, которые вы проходите, там слишком мало. Также он может попасться у вас в сундуках, но и в основном он дается за карту месяца, которую вы покупаете за реальные деньги. И идут кольца. Три штуки можно сковать рог урожая. Он также крафтится из деталей, которые выпадают с горы. Итого можно посчитать, сколько же будет в общей сложности у нас ускорение стройки. Так, смотрим. Рука 10%. Шлем у нас добавляет 7%, 17 получается. Ботинки, если мы скрафтим ледяные ботинки, то получается уже 29%. Вторая рука, это костолом, получается 34%. И три рога по 16%. Маленько сбился. Ну, общая
сложности ускорения стройки будет 97%. Это за место вашей постройки, допустим, любого здания, будет длиться не один день, как вот видите, вот здесь вот пишется, а всего лишь за 11 часов. Довольно-таки неплохие бонусы добавляются. Так что советую всем данные шмотки скрафтить с самого начала. Ну, как вы увидели, уже шлем у нас идет с 10-го. Вторая рука с первого уровня, которую можно сразу же крафтить. Добываться ресурсы довольно-таки легко, управляя в данные поля. Даются они сразу же, не обязательно собирать гору полностью до конца, а всего лишь взять 120-130 камня собрать, и вам дастся какой-то один из ингредиентов. Спасибо всем за просмотр. В следующем видео покажу вам, какие нужны детали для ускорения исследования. Подписывайтесь, не забывайте нажимать колокольчик. Буду выкладывать новые видео.